А от громадським діячам, які виступають проти забудови літнього театру, поступають загрози. Про це заявила активістка Світлана Підпала. Мы вынуждены каждый день вызывать полицию и как бы фиксировать. И вот эти все заявления, они приобщаются. И в том числе как бы вот то, что вот с какой стороны там были угрозы, вот в какой форме, даже демонтажные работы и подготовительные, они могут производиться только при наличии разрешения от Министерства культуры. Я попросила их тогда остановить эти работы. Это было в пятницу утром. Вот в ответ на что находящийся там Сергей Хадияк пообещал меня поймать, заткнуть и утопить в бассейне.